Тема подключения к газу небольших деревень и сел остается одной из самых обсуждаемых. Поэтому встречи с их представителями в администрации проводят регулярно. Сейчас в списке у отдела развития газификации администрации Сергиево-Посадского городского округа 176 таких населенных пунктов. На совещание пригласили старост и инициативных жителей. У нас задание Министерства энергетики и Мособлгаза, чтобы администрация собрала старост и инициативных товарищей с негазифицированных малочисленных населенных пунктов. Это там, где у нас те населенные пункты, которые у нас не входят в программу газификации. И мы хотим им рассказать про критерии для того, чтобы попасть в программу газификации Московской области, которая у нас губернаторская. Для того, чтобы попасть в программу, в населенном пункте должны быть зарегистрированы не менее 30 жителей. Еще один критерий – стоимость прокладки газопровода в пересчете на каждого жителя не должна превышать 450 тысяч рублей.